пространство перед административными зданиями, какие декоративные элементы нежелательно использовать при его благоустройстве. К нежелательным декоративным элементам относятся те, которые могут испортить внешний вид территории и ухудшить ее визуальное восприятие. Также, не рекомендованы к установке потенциально опасные конструкции, особенно пожароопасные и ненадежно зафиксированные, поскольку они могут при порыве ветра причинить значительный урон здоровью человека или имуществу. Все декоративные элементы монтируются с учетом архитектурных особенностей зданий, находящихся в непосредственной близости. При этом, они не должны являться препятствием, затрудняющим движение пешеходов и транспортных средств. Заказывайте услуги в нашей ландшафтной мастерской. Обращайтесь по любым вопросам. Будем вам рады. Ставьте лайки и подписывайтесь на нашу страницу.